Гимарайш, 39 номер в опорной зоне. У Сэм Ауа 20 в опорной зоне. Маркиньос 5, Марко Верати 6. И принес такую же травму. Понятно, это менее серьезная фигура, но он сегодня среди защиты. Так что будем сикер привыкать. Новый левый защитник, хотя, конечно, сегодня. И финалы Кубка Французской Лиги проходили всего на 5. Сент-Этьеном вывела в Еврокубке Реймс. Именно эта команда сыграет с Жерома Призара. Поехали, друзья, и посмотрим, надеюсь, сегодня главную в исполнении Парижа. Неймар, опасно! И мяч проходит рядом со штангой. Великолепный розыгрыш продемонстрировали парижане, ведь они всегда стартуют достаточно мощно. Тяга здесь главный, и Неймар возвращает мяч, бьет бразилец по воротам, Антони Лопеш забирает мяч. Важный нюанс. На протяжении всей этой недели нам вливаться лево крайнего защитника. Но Тамами Унье команду покинул. Попадает пока в Курзава. Повторная попытка. Депай бьет, естественно, не укладывая мяч на газон. Голландец, большой мастер разных ударов. Последний матч Мемфис Депай отыграл. Помимо Карла Токо и Камби. Нарушение правил против Марко Верати. И что, первая желтая карточка может появиться в руках? Интригующими, но все-таки... Но вот потом преимущество Парижа уже было серьезным. Прострельная передача, характеризуя характер той встречи, лишь об игре фута обыгрался здесь Депай. Передача! И нет удара поворотом подготовленного. Есть попытка переправить мяч в сторону Кейлора Наваса. Бруно ускользнуть от любого из оппонентов. Угловой неожиданный выбор. И появляется он в трио центральных полуфиналов Кубка Франции и Кубка Французской Лиги. Они должны были проходить еще и под таким девизом. Как это периодически в этом сезоне происходило. Чего мяч ушел за пределы поля, нам еще раз демонстрируют финты Неймара. Она была отклонена на досрочное завершение чемпионата и распределение. Как некоторые команды просто погорели на отсутствии этой самой физготовки. Оставил. Паткер. Скажем так, Лион сбалансированно играет. Таких игроков надо в том числе и защищать от откровенной грубости. Куе. Ди Мария. Как жестко против него Марсал вел борьбу. Ди Мария не нравится, что Марсал... Что вряд ли могли бы рассчитывать даже на такие результаты. Но мы видим, что Лион второй год подряд выходит в плей-офф Лиги Чемпионов и может пройти. Поэтому все как всегда. 5 замен. 16. Мяч Депай. Мемфиса здесь. Он был очень неплох в стартовом доверии. Мы об этом прекрасно помним. А вот это удар по ноге Тиаго Сильва. Попадает у Сэма Ауару в голеностоп. А Неймар ее перехватывает. Заходит, удар. Передача. И как же хорош Марсело здесь. Один из лидеров на Пукану. Кире. Депай. И здесь парень. Человек, который очень хорошо двигается и в штрафной площади, и здорово. Как они смотрел по ходу сезона на Томаса Тухеля, который менял его досрочно. Ну, Николя Саркози внизу с правой стороны. По-моему, положение вне игры было, разве нет? По-моему, офсайд, да, мы видим, поднята вверх. Здорово, Неймар укротил мяч. Передача была правильной. Башни, подача. Удар поворотом. Нет, тут Навас все прочитал. Мовно во всем этом. Поэтому уже в центре поля Лион встречает соперника. И больше свободы у Пау. По продолжении встречи мягкий наброс Депая. Не атак, не получилось Бруно против Маркиньоса. У них особый заброс. Как бежит Неймар, упускает его Денайер. Удар поворотом. Или это прострел был на Икарди? Очень неплохо. Передача и бить надо поворотом. Промахивается. Увлекательность этого турнира. Можно будет наладить. Мы можем, пожалуйста, и статистику первого тайма. Гуйе лупит поворотом и Лопеш.
Не хуже Гильермо Очоа сыграл сейчас Антониш. Берет всегда мастерством. И в процессе подготовки к сезону. Заглянуть в список запасных. Они могут остаться. Правда, понимаем, что в отдельных местах могут приниматься решения уже региональными властями. То есть мы видим, что во всех матчах Париж, и официальных, и неофициальных, поймал летящий мяч. Ну а здесь видим, как Денайера все-таки проскочил Неймар. Денайер вовремя убрал руку, чтобы Неймар не свалился. Резервный голкипер Росиопи, защитники Андерсон, Рафаэл. Дешам уже всерьез его рассматривает как игрока, способного играть в стартовом составе. Чистый подкат пристава Гильдер. Чистейший, ювелирнейший подкат. О, а Бруно зацепил Неймара. А нам еще раз напоминают атаку предыдущую. Тимария смотрел. И оп, лев. Хороший игрок, очень здорово развивался в Гингаме. Был одним из самых... Да, они... Да, Бруно доигрался до желтой карточки. Проваливается Неймар в штрафной площади. Удар поворотом. И Марсело успевает ногу выбросить для того, чтобы преградить путь мячу. Еще и скрутил. По-моему, курсы полицейского проходил. По-моему, все-таки в створ ворот. Так что Лопеш и здесь выручил свою команду. Да, дальними ударами сегодня не прой, потому что играет 5-3-2 при обороне. Очень здорово. Вопрос только в его готовности. Опасная передача. Курсовая. Соответственно, у него не очень хорошо Куца соответствовал, раз его заменили. Но Тиаго Мендес игрок. Ну, как и у обоих желтая карточка есть. Ой-ой-ой-ой, как Денар проваливается. Опасно, Сарабия. И что там свисту? Острел. Разбегался Маркиньос для удара и нарушил правила. Маркиньос упал. Да и не только за это. Джайк Максвелл Карне. Ливена Курсова убегает прямо сейчас. Передача. И опять здорово врывается Андер Эррера. Вот это поинтереснее. Ауар уходит от Эррера. Ауар и молодец. Как всегда, Верати. Грудь. Бакер на вес. Сарабия. От кого мяч ушел? От Марсала или от Сарабии? Судя по всему, от Испании. Игрока виснут на ноге. Неймар. Попытка пройти в дриблинге не получится. Очень здорово влился в состав Лимона. Жан больше.